Сейчас будем искать X-валу, чтобы установить на эпох 6600. Основная функция basic, то есть мы через next group находим basic, мы видим скорость 3248, задержка, так, zero, и мы нажимаем вот сюда, проверяем, что мы проверяем, чтоб сколько градусов, 60, так, и проба у нас 60. И вот у нас x-валу, сейчас мы будем его настраивать. В данном случае он стоит 14. Вот мы его будем сейчас исправлять. Что такое x-валу? Это расстояние оттуда, откуда стреляет луч, до начала. Mm-hmm. Вот именно это расстояние, оно здесь указано в миллиметрах. Мы сейчас его найдем, точное место, откуда стреляет. Это нам понадобится в будущем, чтобы знать, на каком расстоянии дефект, именно от начала пробы. Так, у нас есть резка. Мы сейчас по ней будем ориентироваться. И находим сигнал. Вот, мы видим очень маленький сигнал, он как раз на 100 миллиметров. Мы увеличим децибелы. И подгоняем наш гейт. Нажимаем на гейт и передвигаем. Так, 80% монитора, настраиваем сигнал, нажимаем 2F, нажимаем Auto XX. Вот у нас 80%, мы сейчас ищем максимальный сигнал. Вот максимальный сигнал здесь. Теперь переходим на пробу и смотрим, сколько у нас x-валу. Можно представить линейку и увидеть. В данном случае поставим ее с другой стороны. Так, еще раз находим сигнал. Он у нас съехал. Вот максимальный сигнал. Теперь возвращаемся и смотрим, сколько у нас миллиметров. Это будет 12 и 2 примерно. 12,2. Значит, мы возвращаемся в меню. Нажимаем F4 и выставляем x-валы 12 и 3. Фиксируем. Все.